14 июня в зале администрации района прошло очередное совещание, темой которого стала организация питания в образовательных учреждениях. На совещании присутствовали первый заместитель главы района Руслан Имыков, заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова, начальник управления образования Косей Киргашев, руководители образовательных учреждений района, медсестры и бухгалтера образовательных учреждений. Вел совещание глава района Заур Хамирзов. На повестке дня было три вопроса. По-первому, об организации питания в образовательных учреждениях района за 2016-2017 годы выступил начальник управления образования Косей Киргашев. В Кашхабльском районе 26 образовательных организаций, 13 школ, 13 садов. Значит, численность воспитанников в ДУ – это 1623 воспитанников. В школах учащихся у нас 2177. Значит, по дошкольным образовательным учреждениям охват питанием у нас 100%. По образовательным организациям, по школам, это у нас охват в количестве 2776 обучающихся, в среднем квада 80%. Значит, с сентября месяца по май месяц процентное соотношение охват составил. В сентябре месяце 78,7%, в октябре 90%, в ноябре 79%, в декабре 79%, в январе 87%, в феврале месяце 75,7%, в марте месяце 76%, в апреле 76%, и на май месяце у нас составил 76%. Значит, работа по увеличению количества детей, охваченных горячим питанием, продолжается. Она проводится в дополнительных образовательных учреждениях в течение всего учебного года. Значит, количество организаторов питания у нас 26. Это руководители учреждений, образовательных учреждений, школ и садов. Значит, количество поставщиков продуктов у нас их 4. Это ИП Шаргенов, ИП Хаджироков, ИП Джамирзова, ИП Белинготова. На проводимых ежемесячных совещаниях с руководителями образовательной организации рассматривались вопросы охвата качественного питания детей. В образовательных учреждениях имеется весь пакет нормативных документов, материально-техническое оснащение в столовых, соответствует требованиям для организации полноценного питания. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях район соответствует с постановлением главы администрации муниципального образования Кашхабльский район номер 99 от 10.03.2015 года установлен, значит, размер родительской платы, взимаемых с родителей по присмотру и уходу за детьми, осваивающих образовательные программы дошкольного образовательного учреждения. Значит, это в размере 800 рублей в месяц. Значит, с родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, родительская плата взимается в размере 70% от установленной родительской платы. 30% компенсируется за счет средств местного бюджета. Родительская плата по присмотру и уходу за детьми дошкольных образовательных учреждений в муниципальном Кашхабльском районе, значит, полностью 100% направляется на оплату продуктов питания. По второму вопросу о результатах выездной проверки выступил первый заместитель главы района Руслан Имыков. Третьим на повестке дня был вопрос об анализе по организации питания в образовательных учреждениях. Докладчиком выступила заместитель главы района по экономике и социальным вопросам Марета Тугланова. По итогам совещания все вопросы были рассмотрены и по ним были приняты соответствующие решения.